Ольга Бузова бьет рекорды отечественного интернета. За последние пару месяцев Бузова увеличила свою популярность на несколько миллионов подписчиков на своей инстаграм-страничке. Сделать ей это удалось при помощи нескольких хитростей. Во-первых, количество подписчиков Оли стало увеличиваться на фоне ее романа с блогером Давидом Манукяном. Еще одна хитрость – Оля закрыла свою страничку. Интересный момент подметил и бывший коллега Оли по Дому-2, шоумен Рустам Солнце. Он заявил, что за эти несколько месяцев Бузова также благополучно провернула некую мошенническую схему. Он констатировал, что Оля и ее так называемый бойфренд Давид Манукян занимались банальной накруткой подписчиков. Рустам заверил, что большинство из новых подписчиков Ольги и Давида – это самые что ни на есть настоящие боты, а не живые люди. Могу с полной ответственностью сказать, что такие звезды, как Оленька, закрывая свой инстаграм, а это проделывает не только она, но и так называемый ее бойфренд, начинают накручивать бешеным образом себе подписчиков. Просто фейков, ботов, для того, чтобы поднять рекламные расценки. То есть, по сути, они занимаются тем, что можно назвать аферами. Отметил бывший участник проекта «Дом-2». Солнцев полагает, что эта афера направлена на тех, кто пожелает купить у Бузова и Давида Манукяна рекламу.